Можно возвращаться. Все равно нам здесь не пройти. Гражданским вход воспрещен. Я работаю в опергруппе 29. Подумал, что мне стоит тут осмотреться. Неправильно подумал. Это местное расследование. Вам, опергрупповским, свой хрен сюда совать не нужно. Хорошо, забудем. Всего. Ёбаные. Советую остановиться он здесь, хапнутый. Мне казалось, он надолго в больнице. Я его сегодня утром навещал. Серьезных ранений нет. Так какой смысл контактчик? Не представляю, каково ему. Он все грозился найти Ауга, который ты здесь. Доступ разрешен. Вообще, зачем нам такая огневая мощь? Целая армия фанатиков СКПА сюда придет, чтобы уничтожить улики? Да все уже знают, что это их рук дело. Нет, тут что-то другое. Только тихо, не надо мешать тайной разведке, а то вдруг раз и исчезнешь. Они могут делать все, что хотят, а мы просто держим оцепление. Чертова тайная разведка. А ладно, хотя бы посмешить нас смогли. Видел, как криминалист из опергруппы отсюда бежал так, что пятки сверкали. Боря, он еще и обоссался. Приди в себя, Франко. И не забывай о ненужной. И ладно бы это был первый теракт. Я бы еще смирилась. Это отчаянный ход. Жуткая трагедия. Нам нужно больше света. Как мы это допустили? Даю отчет. Чисто. Проверить не могу, что творят эти ауты. Thank you.
себя жутко. Люди тут цирк устроят. Смайли, снимок у меня. Да, фантастика. Неси его в мой кабинет, проверим, прав ли я. Понял.
Спокойно. Мы скоро отсюда уйдем. Подъем, нужно идти. Тут все чисто. Этот урод меня вырубил. Тише, ничего нет. Продолжай искать. Как мы это допустили? Ничего нет. Дышишь? Ага, дышишь. Бывало. Идем, мы еще не закончили. Здесь ничего нет. Какой удачный день. Прикрывай. Для этих аугов нужны наказания построже. Потише. Так думаешь, мы его спугнули? Надо выполнять приказы. Прикрой слепые точки. Все верно. Ничего.
Такое насилие, катастрофа. Разрешен.
Дженсен, кажется, у нас в деле есть... Насраный Аук, в вагону про натурали! Хотите снад выволать панику? Укажите мне папиры! Делайте, небо вас соберу! У меня мало времени, можно как-то побыстрее? Vemte si je a vypadněte, až příště pojedete metrem, použijte vagon pro augy. Máme svých problémů dost i bez takových potížistů, jako jste vy. Дженсен, кажется, у нас в деле есть новая зацепка. Тебе надо проникнуть в город големов. Гетто для аугов? Что там у нас? Запись теракта с разведкамеры. Чан смог восстановить часть изображений. Только прежде, чем ты куда-то пойдешь, наш новый психолог должен дать тебе допуск. Значит, рассказывать ей о новой улике для Смайли не надо. У вас, бюрократов, ладно, отнеси Смайли свою улику и удели Озен 5 минут времени. Как закончишь, звони мне. Скоро мы сопряжемся в комнату с Русакова. Сегодня тихо. Чек новый. Мне нужны неприятности. Адам, я расшифровала звук с чипа стукача. Это просто золотая жила. Ты должен это услышать. У меня сейчас полно дел. Скажи, где ты находишься, и я зайду, когда смогу. В районе Давны есть старая клиника Протез. Она закрыта, туда никто не ходит. Жду тебя там.
Ну, как дела? Снимок у тебя? Да, прямо здесь. Ты мой спаситель, Адам. Серьезно. Миллер и так ушел в плохом настроении. Не хочу снова давать ему повод выносить мне мозг. Миллер ушел? А куда? Я не спрашивал, да и вряд ли бы он сказал. Как там уроды из полиции? Заставили побегать? Они же сначала стреляют. Пришлось разобраться. А, вот как. Ну, сами напросились. И что там на снимке? Это мне неизвестно. Что? Ты же сказал, что нашел очень важное. Я не сказал, что знаю, что там есть, Адам. Я сказал, что это может раскрыть все дело. Не знаю, как ты, а я не ведусь на речи «виновата КПА». Я верю в то, что говорят мне улики. На носителе есть все наши ответы. От химического состава взрывчатки до материала одежды жертв. Я в этом уверен. И когда уже мы все сможем быть уверены? О, там часами надо данные рыть. И потом еще у меня встреча с Соней. Надо извиниться за неудобство с полицией. Плюс я и с другими делами работаю, Адам. Я сообщу тебе, если... когда что-то найду. Уж пожалуйста. Даже не парься.